Всем здоров, народ! На связи Катя, навещает Топкин, и вместе с Димкой мы сегодня устроим спуски без тормозов по льду, ребятушки. Здорово, ребят. Что ж, ледяная поверхность довольно-таки интересная, потому что машины по ней, как правило, летят хаотично. Даже вот эти красные поребрики могут решить исход того, докуда ты долетишь. Чем дальше добираемся, больше баллов, но гол ворота дает 500. Это самые лучшие баллы в раунде, которые мы можем получить. Лайк, комментарий, ребята, мы всегда приветствуем. Все зависит только от вас. Если прям нравится рубрика, то хэштег спуски, и мы будем снимать для вас их почаще. Ну а ты, Димка, давай прямо сейчас вместе со мной достанем по машине. Давай. Так, в общем-то, используем, ребята, мы машины из реальной жизни, байки из реальной жизни и даже картонные тачки вот такие, да. Полное фуфло, но, ребята, в счет идет, и поменять на первом раунде Димка ее не сможет. Кстати, также крупногабаритные машины, абсолютно все, даже GTA-шные, тоже учитываем, потому что, допустим, та же самая инкассаторская тачка, либо машина пожарной помощи летит просто на лютых скоростях, даже быстрее, чем некоторые наши аддоны. Так, у меня BMW 400 40-й, наверное, хороший, сейчас узнаем. Так, давай. Ну давай, сигай вниз. По идее, твоя машина до конца вообще доехать не должна. Ты что творишь? Мультики, во-первых, были. Сделай. Конечно, я понял. Так. И по скорости, ну да, у меня неплохо. Еще учесть, что ты меня врезал. 400. 860 даже. 370. Так, ну давай. Ну да, у тебя полное фуфло. Это прям худшее, наверное, что могло упасть. А я как-то, ребята, даже не сопротивляюсь движению, блин. По льду? Поребрик, давай. Охренеть, чего? Вот это я лайк. Да ладно тебе! Давай! Сука! Я проехал по арке! Прикинь, прям вот по этой, которая в центре. И меня выкинуло наружу. Я не буду считать, ребята, как это гол ворота. Скорее всего, машина полностью не пересекла линию. Но это такой первый раз было, вообще красивенько исполнил. Так, сколько у тебя баллов, скажи нам еще раз. У меня вообще смех 60. 60? Да не смех, просто машина такая, это я знаю. Блин, ребят, смотрите, вот они следы колес. Блин, ты бы видел это на ролике, ты просто обязан это посмотреть. Это угар было, ребята, лайк заслуживает. Ну понятно, он еще выйдет непонятно когда. Да, ребята, вот такие приколы. Юрач трюкач в деле, вот такие вот. В общем-то, как говорится, выкрутасы иногда залетают. Но если бы я еще и гол забил, это было бы вообще эпично. Так, у меня Бугатти. Она очень быстрая, но, ребята, она зацепом. Крайслер. Который я, скорее всего, брать и буду. И бэха. Блин, 205 и эта херня 205. Не вижу твои тачки. Бугатти, ребят, смотрите, чит 286, 245. Короче, я, наверное, возьму именно мне, ребята, Бугатти. У нее очень лютый зацеп. Такие машины просто касаются шинами на большой скорости лед, и их просто выбрасывают в сторону. Оникс у Димки. А что ты говоришь 205? Оникс, к сожалению, не 205. Не, гелик, ну. 205. Ты говорил, там 205, и там 205 что-то. Не. Да. Если я правильно слушал тебя. Так, 980. Крайслер-то, ребята, молодец. Оникс, на самом деле, тоже молодец. Да ладно, ты же зацеп не имеешь. Ты зачем так сделал? Вот это падлу мне подсунул. Короче, код 230, ребят, и явно раньше улетел. 240. Где-то... Да какие 240, ты не зацепил? Ты надо мной прям в сторону улетал, ты чё? Да какие 230? Ты в воздухе пролетал надо мной прям жестко. Нет. Да, ты где-то на 200 точно вылетел. На как монтаже минимум. Увидишь. Да как ты, блин, я тут скатывался по низу, ты в воздухе, я отлетал в сторону. Не можешь ты здесь никак цепануть. Я цепанул 230 и пролетел, 240 точно не зацепил, да, действительно. Не было у тебя 230. Ну, ребята, я при монтаже посмотрю, ну ты явно, ну ты выше меня, прям в 10-15 метрах уже в сторону под углом жестким летел. Я думаю, навскидку где-то, короче, 210-200, Димка, скорее всего, зацепил. Просто такой скоростью летел, но при монтаже посмотрим. Так, ну продолжаем, что могу сказать. В общем-то, три машины, ну скорее всего, я думаю, у меня было. Ламба? Ой, что это? Байк Драгстер. Count Touch. И, кстати, очень лютая К8. Не, не лютая. Так, Каунтач тот? Хоть вопросики сначала. Mm-hmm. Да, тот. Так, ламба у тебя. У меня драгстер, ребята, BMW. Очень хороший драгстер байк, но я его брать не буду. Байки. Я уже 50-50. Так, а что я хотел сделать? Ничего же не надел. Ой, я на дыбках. Я на дыбках. Так, ладно. Посмотрим. Ламба против ламбы. Так. Это еще орущий? Я помолчу.
390. Почти штукарь. 997 я точно видел там. 380. Ну, неплохо. Мой ламба лучше, чем твой ламба. На нах, вот ударился. Я сделал то, что не сделал в первом раунде. Заскинул свою первую тачку в ворота и сам залетел в ворота. Но, ребята, к сожалению, конечно же, эти 100 баллов мы уже себе на счет не запишем от Бэхи. Пятихатка. Пятихатка за ламбу, неплохо. 120. Ты у нас... Ну это прям имба. Мне нравится, когда такие баллы. Особенно, ребята, пятихаточки если забиваем. Потому что бить их сложно, Колян. Мне не нравится только вот. Ну, а ты улыбнись, тебе понравится. Так, Колян, такой себе. Мерседес под вопросом. Ну, у тебя, кстати, тоже неплохие, так не трогай мой Мерс. Да, я на нем и поеду. А Колян, даже если чит, не имеет значения, ребята, потому что тачки, у которых 202 под капотом, как правило, у нас летающие по накату едут. Но это не всегда так. Но в данном случае должно быть так. Так. Разгон пошел. Ребята, если впервые смотрите, обязательно подпишитесь. Так. 690. Дайма... цепанулась. Я думал, ты кушать захотел, там долма. Блин, кушать тоже хочется. А я перекусил. Успел. Так. Так. Ну, крайне опасненько лечу и... И все, да. И бочком. А, 180. О, неплохо летишь. Мерседес, на самом деле, ребята, лютый. Цепанулся, да. 220, да. Прям видно было от парерика... Поребрика, что ударился и в сторону полетел. Но ты дальше, поэтому три машины от тебя. И шансы всегда есть что-то достать. Джип Анаконда. Да. Ой, такой. Ой, Веномчик, ты мой хороший, ты мой сладкий. А это очень быстро. Так, Volkswagen там был косячный. И что у тебя за тачка? Астон Мартин. Астон Мартин, да, какой-то стрёмненький. Поехали. Веном, ребята, Хеннесси. Очень быстрая машина. Сейчас, наверное, 1100 поеду. Да покажи ты, где я есть. Всю как... Бля, ты что не доехал-то? Ты что? 540. Так, 540, Димка говорит. Я перееду, разумеется. Я такого не ожидал. Так, давайте от первого лица. 590. Вот такой вот, ребята, автомобиль. 590 мало. Так, где здесь цепанулся? Тут цепанулся. Так, все. 1030 я видел. Я беззвучный. 120. Да, я прям видел. Лечу я хреновато. Быстро, но хреновато. Я так понимаю, сейчас ширканем и улетим, ребят, скорее всего. Я засейвил тачку, нажал вовремя, короче, выпрыгнуть, понял? Она прям на краю, посмотри, как остановилась. И у меня клоун прям выпрыгнул на 3 метра из машины, чисто катапультировался. Короче, это 4 сотни, потому что осталось на платформе, ребята. Но улетел я знатно прям тайм-кодики. Да, реально понял, прям понял, как этим дельфинчиком нырнул. Обычно, ребят, чтобы вы понимали, машина, если бьется с такой скоростью, она, скорее всего, вылетает. Кстати, я первый раз выпрыгнул из машины, вообще надо себе как-то взять ее такую тактику на вооружение. Так, байк считается у тебя, S2K, такой Honda себе. И Мустанги. Буду брать Мустанги. Ну, наверное, это правильно. Блин, когда-то у нас армада была читом, сейчас это не она. Байк, ребята, можно использовать, но они очень хаотично летят, и гладить я не хочу. Поэтому так поедем. Давай. Так, у тебя электромустанг. Кстати, фаму себе в блокраш такой взял для первого ранга. Вполне такой неплохой. И это не больше 200. Идеально. Меньше еду. Врезаться будут, меньше ломаться будут меньше. 745. Я врезался в тебя. И вылетел из-за этого. 40, ну, да? Ну ты купил. 60. Чтобы ты понимал, у меня не было ничего. То есть я чисто назад посмотрел, а ты метрах в 15 от меня полетел в сторону просто. Я не так далеко, 180, но да, рассинхроны, ребят, бывают. Мешать мы друг другу можем, поэтому, ну, что-то, блин, странно. Жалко, что мы не видели, что произошло. Ладненько. Баллы-то растут, и хорошие баллы, поэтому отбиваться будет сложно. Но, ребята, возможно в этой рубрике очень быстро отыграться. Так, Стингер у меня... ДПС. Ага. И восьмера, да? Или что ты там у нас? Четырка. 138. Так, ну у тебя выбор тоже не особо-то очевидный.
Да а что-то вообще херня не падает. По приколу. Феррари. На месте поеду. За тобой. Прижаться к обочине, быстро. Поехали. Понимаю. Так. Зеленый еще ДПСник. Да ёп. Первый день работает, наверное. Едет такой... Слушай, а неплохо едет для... Чего? Это нормально как бы. 650 это хорошо, да какой-то лазды Весты, блин. 600. Понимаю, еще и быстрее Феррари. Не, ну реально очень быстро как-то для ДПСника. Да. А самое тупое, что я еду на колесах, и самое интересное, что я вроде скольжу, потому что обычно ребята тачки на колесах, они очень быстро тормозят. 110 я вылетел опять, да что ты? Что-то мы, кажется, местами поменялись где-то. Так, давай. Так... Да. О, я еще и на крыше. На мигалочках. Ну, мне кажется, далеко я не доеду, но сейчас узнаем. Сейчас, конечно, сразу на колеса. Она тяжелая какая-то. Так, ладно. Ужас. Так можно и до конца, ребята, доехать. Хотя, если вы видите, ее прям тянет налево. Прям магнитом как будто тащат. Все ужас. Поребрик сохранит, наверное. Если он не перепрыгнул, их на... Приколы. Так, 220. Если я буду вот прям вот так вот и скользить между вот этими двумя поребриками, ну, возможно, я до конца и доеду. Того? Ну, скорее всего, она очень быстро разгоняется. Слушай, интересно. Она вроде и пытается, и вроде и тяжелая какая-то. Ой-ой-ой. Ой. Что происходит? Ты запарил. Да она стоит, она не переворачивается, ты видишь? Я прям на боку уже херачу. Чего? А вот сейчас уже встану. Сейчас уже встану, но в любом случае... Ну ладно. В любом случае, ребята, это жирно. И еще десятка бонусная, 330 очков. Жесть. Да, чтобы вы понимали, давненько мы так не катались на крыше с вами, ребятки. Поэтому лайкос обязательно завозите. Вот такие вот трюкачи у нас сегодня, юрачи всякие. Попадаются. Так, 260. Так, и ту Атару хоть и быстро брать не буду. Красивая ламба, помню, была на драге, но Мерседес, мне кажется, поинтереснее. 228 вроде. Если это тот. Да. Давай. Недавно просто на нем катался, он такой прям интереснее. Так, ну Ешечка едет. Да. Да, едем. 735. 650. Угу. Так. Да, у меня сегодня, знаю, у меня сегодня лаки моменты. Обычно, ребята, когда машина вдоль летит платформа, она вылетает сразу, как правило. У меня сегодня прям как будто магнитом все спаси и сохрани, блин. Иконочку с собой повешу, да, наверное, на каждую тачку. Опять вылетел. И вылетел 210. Да, вообще не будет. Ну, наверное. Я неплохо исполнил. Хотя в 270. Хотя в моих роликах было все иначе. Ну да, есть такое. Ну что ж, продолжаем, ребята. Еще несколько спусков с такими, как говорится, машинами, как у меня, Димки, соревноваться будет очень тяжело, но все может исправить буквально пару хороших тачек. И вот Сена, допустим, которая сейчас улетит, скорее всего, в ворота. Ну, я надеюсь. Проверим. Что у тебя за машина? Не вижу тебя. Porsche. Какой-то Porsche. А, вот, загрузился. Старенький Porsche, кстати, неплохой должен быть. Вполне играбельный. Так, Сена. Главное, чтобы зацепа у тебя не было. Скорость-то будет под штукарь, наверное. Давай, лютая давай. Вообще машина. Да, штукарь есть. 1082. 1000. Неплохо. Поребрик, спаси. Да что сегодня происходит? У меня поребрик вообще сейвят сегодня. И вот тут я уже все, ребята. Вот тут цепанул. А это 310. И Димка ворота летит. Нет. Видно. Ну это пиздос. Это почти как я в первом раунде. 400 у Димки, да. Это твоя победа. Так что ты в любом случае дальше. Для меня хорошо, лишние 100 баллов дарить тоже такое себе. Так, но две машины, первая из них фуфло, и вторая из них фуфло, ребята. Такс, что у тебя? Тачки спаунятся, ничего не видим. Феррари. А, вот загрузилась. Феррари вроде чинится, который ты удалил. Нет, не чинилась. Так, армаду мы уже видели, или это патруль? Так, поехали. R8. Это, скорее всего, ребята, предпоследний спуск. Будет еще один. Да. Ну и типа это плохая тачка. 610 это мало. 560.
Я тебя не вижу, хотя ты вроде как прогрузился. А вон, загрузился. Что-то летит за мной красное. Так, на крыше. Вот на крыше, ребят, смотрите, что происходит. О, слушай, нифига я дал. Три прокрута красивых. Не, это привилегия Audi. Она же мыльница. Так, Димка рядом чилит, смотрите. Ты сейчас выпадешь. Нет, засейвила меня. Но я остановлюсь. А ты улетел. Я упал. 180 по физическим баллам. Боевая ничья, но десятка у меня еще бонусная будет. И получается на финал у нас с таким раскладом по три машины. Раз да. Ничья. Блин, опять калаши, достал ты меня. Ой, господи, не считаем, ребята, вот эту херовину, она просто не доедет до спуска. А так, ребята, вообще, по идее, она бы считалась, если бы она не крутилась. Слушай, нихера, у меня какой-то джип 195 под капотом. Но я буду брать, конечно, гоночный болид. А, так, еще одна машина у тебя, возможно, Феррари хорошая, но это не точно. Ни третью тачку не вижу, что там? Что это? Опнул и удалил. Серьезно? А я его не вижу. Да. Так, ну давай, концовка, ребята, может быть на 500 баллов для каждого участника. У меня Альфа Ромео очень хороший гоночный болид, а Дони Мобиль чит. Там как повезет. 1020 полетели мы. Так. Так, надо мной пролетело, да, вон. А, мне кажется, ты все. Покинул длинный мир. Бля, сколько это было? 260, когда я цепанулся? Я не знаю, ты впереди меня летел. А самое интересное, я не знаю, сколько было у меня, ребята, при монтаже буду смотреть. Я явно хуже, чем ты был, где-то 220-250, и я прям со свистом в сторону тоже нырнул. Что ж, ну, очень плодотворная серия для меня, поэтому я доволен. Если довольны вы тоже, хэштег посмотрел в комментариях, лайк, да, и, ребята, конечно, подписочку, чтобы смотреть продолженица. Пока-пока. Пока, ребят.